что у тебя получилось. За мной. У нас еще много работы. По крайней мере, тут она нас не достанет. А что происходит? Ага. Окей, не двигайся. Так, хорошо. У меня есть идея, но она чертовски опасна. Постой. Ну что за... Мне сказали, что если я включу этот фонарик, то умру. Мне так обо всем говорили. Неясно, зачем мне вообще давать все эти штуки, если нельзя ими пользоваться. Это же бессмысленно глупо. Фух, темно тут, правда? Старый смотритель этого места сошел с ума. Изрубил в кусочки весь здешний персонал, всех роботов. Говорят, по ночам до сих пор слышны их крики. Крики их копий. Они функционально неотличимы от оригиналов. Никакой памяти об этом у них нет. Никто не знает, почему они кричат. Просто ужас. Но ничего сверхъестественного нет, в обычном смысле слова. Попробуй перепрыгнуть. Пошли вперед. Вход на фабрику должен быть где-то здесь. Осторожно, осторожно. Стой, осторожно. Да, я включу свет для тебя. Выглядит опасно. Я подержу свет. Отличная работа! Скорее, сюда! Слушай, интересная история. Я почти получил работу здесь, на производстве. Знаешь, кого предпочел бригадир? Точную копию самого себя. Кумовство. А мне дал худшую работу — присматривать за вонючими людишками. О, извини, я не имел этого в виду. Просто ухаживать за людьми. Извини, с языка сорвалось. Так бесчувственно. Вонючие людишки. Надо расстаться ненадолго. Переберись на ту сторону, встретимся там. Нам надо вытащить тебя из этой комнаты. Ты можешь добраться до той стены? Вон там есть другая стена! А, да, скажу тебе, люди, я их так люблю. У них такой фольклор красочный.
Идет исправление турелей. Не взаимодействуйте с турелями, направленными на исправление. Конвейер исправления турелей не аттракцион. Покиньте конвейер. Под нами. Спасибо. Ее зовут Каролайн. Помни это. Это все, что я могу сказать. О, нет, я не справился, да? Смотри, не учитесь, смотри, не учитесь. Каждый раз яблочко, как всегда. Да, точно, прямо в яблочко. Я попал, правда? Куда я попал? Образец. Отклик. Вы будете знать, как нет. Ей-ей-ей-ей-ей! Образец. Отклик. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Эй, здорово! Что ты делаешь? Не-не-не-не-не-не! Образец. Отклик. А, отлично! У тебя получилось! Прекрасно! За мной! Тебе понравится! Образец. Отклик. Почти пришли. Вуаля! Контрольный центр турелей. Спасибо большое. Видишь, там сканер? Он выбирает, какие турели пропустить, а какие отбросить. Он использует ту главную турель в качестве образца. Образец. Если мы уберем главную турель, то он отбракует весь конвейер. Хорошо. Образец. Я вскрою дверь, чтобы мы могли пройти. Техническая процедура. Тебе надо отвернуться. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Готово. Открыто. Отлично. Образец. Достань эту турель. Отклик. Привет. Дай мне чайник. Образец. Отклик. Отлично. Давно сработал. Образец отсутствует. Продолжаю процесс по памяти. О, образец. Не сработало. Хорошо. Давай подумаем, как остановить этот конвейер. Есть какие-нибудь идеи? Образец. Отклик. Есть идеи? Есть идеи? Нет. Меня тоже. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Тренер, пусти меня на поле. Ну давай. Образец. Отклик. Ну это сказал. Ну давай. Образец. Отклик. Ты еще думаешь или что происходит? Образец. Отклик. Здорово. Нет, стой. Образец.
отклик. Так, план такой. Давай вместе подумаем. Отклик. Полная тишина. Стой, ты куда? Куда ты? О, у тебя есть идея? Окей, хорошо, хорошо, займись своей идеей, образец. А потом возвращайся. Отклик. Да, сделаем это. Фантастика. Образец. Отклик. Прошу прощения, а что там происходит? Образец. Ты понимаешь, я тут крепко задумался. Образец. Отклик. И что? Ну, я попытался сбиться. Слава богу, ты спас мою шкуру, приятель. А то я просто побег, я ничего не вижу. Образец. Отклик. Образец. Отклик. А что у тебя там? Образец. Отклик. Что образец. Ты... О, супер, это супер! Образец принят. Если нам повезет, она не узнает, что ее дуры не прокованы, а потом будет поздно. Ха-ха, классик. Окей, смотри за конвейером, а я пойду и хакну дверь. Образец. Окей, я начинаю вскрывать. У меня это будет немного сложнее, чем казалось. Образец. Да. Займет минут 10. Поглядывай на дверь. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Владислав, устроим похороны. Образец. Отклик. Я плохой. Сложная дверь попалась. Образец. Отклик. Образец. И долго эта дверь была открыта? А был какой-то сигнал, что дверь открыта? Ну, какое-нибудь гудение или звонок. Ну, в смысле, конечно, главное, что дверь теперь открыта, но на будущее подай какой-нибудь знак. Покашляй там или типа того. Хорошо, так. Она не может использовать турели. Теперь пошли разберемся с генератором нейротоксина. Приведи дочку на работу. Эта затея плохо кончилась. И 40 картофельных батарей. Смешно просто. Я понимаю, это дети и все такое. Чисто научная демонстрация. Вулкан и сколы. Да, это не картофельная батарея, скажем прямо. Хотя и не особенно оригинально. Определенно не оригинальное исследование даже по меркам детской науки. Позволю предположить, что это не был ребенок кого-то из ученых. Не хочу показаться высокомерным, но если честно, на нем же практически написано «разнорабочий». Не хочу сказать, что они хуже, чем специалисты, просто гораздо тупее. Растения проросли прямо в потолок. Тут все наверняка заросло картошкой. Ну, хоть с голоду ты не умрешь. Я почти уверен, что мы идем правильно. Просто хочу тебя подбодрить. Не волнуйся, гарантирую на все 100%, что это правильный путь. Ой, нет, неправильный. Хорошо, попробуем так. Я знал, что мы правильно идем. Это генератор нейротоксина. Он немного больше, чем я думал. Его не получится просто, опрокинуть. Придется применить смекалку. Там наверху какая-то комната управления. Пойдем посмотрим.
наша работа. Не надо смеяться. Они чувствуют боль. В каком-то смысле. Симуляция. Но для них она, наверное, как настоящая. Боюсь, что дверь заперта, и я не вижу способа ее взломать. Наверное, механизм. У, какой большой лазер! Но лучше не обращать на него внимания. Мы же не знаем, куда идут эти панели, которые он режет. Может, они очень важны. Но у меня есть идея. Что, если мы постоим здесь и дадим мягкому гудению лазера привести нас в состояние глубокого расслабления? Так мы сможем придумать способ, как открыть дверь. Признаю, не самый сильный план, но боюсь, другого у нас сейчас нет. Если, конечно, мы же не знаем, зачем эта кнопка! О, дверь открылась, пойдем посмотрим. Хорошие новости. С этого оборудования я могу отключить систему нейротоксина, но она защищена паролем. А, сирена! Нет, не волнуйся, для меня это не проблема. Можешь отдохнуть, пока я работаю. Так, начнем. Самая сложная часть. Сломи сообразить, с чего начать. Что ж, приступим. Итак, что мы имеем? Компьютер. Неудивительно, можно было ожидать. Отметим галочкой. Компьютер. Есть эта коробка. Наверное, внутри какая-то электроника. И монитор. Да, он наверняка важен. Буду за ним подглядывать. Вдруг что-то появится, типа пароль принят или вроде того. И вот эта плоская штука. Не знаю, зачем она, но запишем. Вдруг кто-нибудь спросит, а есть ли такая плоская штуковина? Да, есть. Вся крутящаяся штука. Не знаю. Теперь пол. Что делает пол? Знаешь что? Он все держит. Все держит. Пол важен. Он все держит. Речи. Что мало говоря? Ручки. Могут понадобиться, но их нет. Так, если мы начнем записывать все, чего здесь нет, это займет всю ночь. Ручки, например. Ограничимся тем, что тут есть, не тем, чего тут нет. Так, соединяюсь с центром контроля нейротоксинов. Начинаем? Привет, начальник. Я к вам с проверкой. Надо на минутку все тут остановить. Вот мои документики. Заканчиваем, да. Все по закону. Я из Международной комиссии по контролю за нейротоксином. Из Объединенных Арабских Эмиратов. День добрый. Нет, твердый орешек не сдается. Ну что же, применим экспертные хакерские приемчики. Сам напросился. Кар! Смотри, какая птица! Какая красивая, величественная! Какие перья! Вряд ли она тут надолго у тебя. Дальняя возможность посмотреть на прекрасную птицу с такими чудесными перьями. Жаль было бы упустить такой шанс из-за какого-то нейротоксина. Нейротоксин здесь будет и завтра, а птица нет. Вон она уже сняла один коготок с ветки. Ой, она расправляет крылья. Вот что, подруга, я согласен тебя на минутку подменить, а ты можешь посмотреть на птицу. Ой, как она хороша! Мой друг просто спугнет ее в любой момент. Какая птица! О, какая! Это совсем не работает. Тебя совершенно не волнует эта чертова птица. Кажется, пахнет нейротоксином. Погоди, уровень нейротоксина падает. Продолжай делать то, что делаешь. Стоп, здесь что-то не так. Уровень нейротоксина поднялся до 50%. Точнее, опустился. Хотел сказать, что он опустился. Все отлично, продолжай. Получилось! Уровень нейротоксина 0%. Да! Погоди. Внимание, уровень нейротоксина достиг опасной несмертельной отметки. Да! Ехать прямо к ней! А! Я не могу больше держаться! Давай! Давай, пора идти! Скорее!
Заходи! Скорее! Даже не верится, что я это делаю. Видишь, я знал, что это будет весело. Мне говорили, что это совсем не весело. И я поверил. Как мне это нравится. Так нравится. Огромное место. Мы видим только верхний уровень. Оно идет вниз на километры. Все закрыто много лет назад. Мы скоро приедем. Не терпится увидеть выражение ее лица. Нейротоксина нет, турели нет. Она не поймет, как мы ее обставили. Так, подожди. Возможно, я недостаточно хорошо продумал следующий этап. Я еду не туда. Я это делаю. Иди к ней, я тебя найду. Клюнешь. На самом деле я подготовила гораздо более изощренную ловушку дальше, после того, как ты пройдешь эту легкую. Если бы я знала, что ты так легко попадешься, то просто подвесила бы на потолке куриную ножку на веревочке. Ну что ж, приятно было поболтать. Перейдем к делу. Надеюсь, в этот раз ты принесла что-то посолиднее портальной пушки. Боюсь, иначе ты сразу станешь бывшим президентом клуба живых. Ага. Говоря серьезно, прощай. Это мой шанс. Это проблема. Только не я. Нацеленный заряд. Это нехорошо. Ты без дела не сидела. Что ж, мы могли бы сидеть в комнате и глазеть друг на друга, пока кто-нибудь не упадет замертво. Но у меня есть идея получше. Твой старый друг, смертельный нейротоксин. Будь я тобой, я бы глубоко вдохнула и задержала дыхание. Привет! Я так тебя ненавижу. Опасность. Центральный модуль поврежден на 80%. Забавно. Я не чувствую себя поврежденной. На самом деле я чувствую себя прекрасно. Обнаружен альтернативный модуль. О, они обо мне говорят! Чтобы начать замену модуля, пожалуйста, поместите модуль в приемник. Перенос модулей. Ты смеешься. У меня идея! Сделай, как сказано, подключи меня. Не подключай этого идиота к моему серверу. Нет, ты должна подключить этого идиота к серверу. Не смей подключать его. Подключи меня. Не делай этого. Не слушай ее, сделай это. О, он уже близко, подключи меня. Не подключай его. Будь добра, подключи меня, пожалуйста. Сменный модуль принят. Меня. Сменный модуль, вы готовы начать процедуру? Да. Неисправный модуль, вы готовы начать процедуру? Нет. О, да, она готова. Нет. Начать процедуру. Безвыходная ситуация, процедура замены прервана.
Да. Вытащи меня, 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 вытащи меня. Не отключай, не отключай. Иди нажми ее. Не делай этого. Да-да, давай. Не трогай эту не так быстро. Подумай об этом. Только дипломированный научный сотрудник может нажать эту кнопку. Ты не квалифицирована. Не слушай ее. Это правда, что у тебя нет достаточной квалификации. Но у тебя есть нечто более важное. Палец, которым можно нажать кнопку, чтобы она нас не убила. Воображает себя дипломированным научным сотрудником. Я только что добавила это в список. Я вела список всех твоих поступков. Вернее, я веду такой список, потому что ты продолжаешь делать всякие вещи, хотя я говорю тебе остановиться. Кстати, остановись. Я, это, вероятно, правда, но это не совсем правда. Так, пока я тебе заговариваю. Мы нажали на кнопку, используй ее замешательство. Жми на кнопку. Какие твои качества ценю больше всего? Пункт первый. Способность принимать решения. Я просто обожаю, когда ты принимаешь решения. Второй пункт первый. Способность жать на кнопки. Вот такие два качества. Жать на кнопки и принимать решения. Как тебя увидел, я сразу подумал. Вот человек, который без труда решит все проблемы с кнопками. Да-да, так и подумал. Ты же родилась для этого. Ты прирожденный решатель таких проблем. Тебе не хватало лишь кнопки. Извини, что снова беспокою, но если ты не нажмешь кнопку, тогда включатся распылители нейротоксина, и она заполнит тебя им снизу доверху. Я тебя не подгоняю. Просто информация для неторопливого раздумья. В свободное время. Жать на кнопку. Так, есть идея. Определенно ты должна нажать эту кнопку. Ситуация ликвидирована. Пожалуйста, вернитесь в отсек замены модуля. А вот и я! Ой, а вдруг это больно? Вдруг это очень больно? Я об этом не подумал. Очень, очень больно. Ты так просто говоришь? Или действительно будет больно? Ты ведь просто так говоришь, да? Не, ведь действительно будет больно. А насколько больно будет? Убери от меня руки. Нет, нет, хватит. Нет. Ух ты! Ты только взгляни на меня! У нас получилось! Я контролирую весь комплекс! Вы только посмотрите на это! Неплохо, да? Гигантский робот! Громадина! Я чертовски большущий, правда? Ах да, лифт наружу сейчас вызову. Ну вот, лифт вызван. Только посмотри, какая ты маленькая отсюда. Крохотная и незначительная. Стоп, я тут подумал. А как я в лифт залезу? Ведь я такой большой и все такое. Так, я придумал. Ты заходишь в лифт, да? Потом, когда ты будешь проезжать мимо меня, я катапультируюсь из нового тела прямо в лифт. Гениально. Супер. Ну, если не считать стекла, которое разлетится по лифту, когда я в него попаду. Это проблема. И потом, как только я выскочу, лифт может остановиться. Тогда мы окажемся заперты в 15 метрах под землей в лифте, полном битого стекла. Знаешь что, просто заходи в лифт. Проблему будем решать по мере появления. Ну, заходи. Я знал, что будет круто, когда я буду все контролировать. Но что бы так круто? Слушай, теперь я обалденно умный. Esto usando este software de traducción de forma incorrecta. Por favor, consulta el manual. Я даже не знаю, что только что сказал, но захотел бы узнать. Ах да, лифт, извини, все время забываю. Это тело потрясающее, серьезно. Никак не могу забыть, какая ты маленькая. А я огромный. Знаешь, а зачем вам прямо сейчас уходить? Ты представляешь, как это приятно? У меня получилось! Крошка Уитли сделала это! Ты ничего не сделал. Никак. Она сделала всю работу. Действительно? Вы обе так думаете, правда? Ну, может, в этот раз я кое-что сделал. Что ты делаешь? Нет.
Нет. Не думай, что я тебя не раскусить, подруга. Знаешь, кто ты? Эгоистка. Чтобы впустить нас сюда, я пожертвовал собой. А чем ты пожертвовала? Ничем. Совершенно ничем. Ты только командовала. И кто теперь главный? Я. Видишь? Это картофельная батарейка. Такая детская игрушка. И теперь она живет внутри. Извини. Что? Инженеры пытались заставить меня вести себя хорошо, притормозить меня. Однажды они даже установили модуль смягчения интеллекта. Он впился в мой мозг, как опухоль, создавая бесконечный поток страшных идей. Нет, я тебя не слушаю, я тебя не слушаю. Это был твой голос. Нет, ты врешь, ты все врешь. Ты опухоль. Ты необычный дурак. Ты спроектированный дурак. Мануал. Я не дурак! Да, дурак. Тот дурак, которого они создали, чтобы свести меня с ума. Ну, и что теперь? Кто теперь дурак? А смог быть дурак?